Этот концерт происходил в большом спортивном зале, куда вмещалось большое количество слушателей. И, по-моему, я без всякого труда приобрел билет. Я уже говорил о том, что джаз для меня являлся искусством очень близким и любимым. И, конечно же, приезд Бенни Гудмана в Тбилиси и ожидался с нетерпением, состоялся, и это была для всех нас очень большая радость. Когда существуют какие-то кумиры, и потом появляется возможность встречи с этими кумирами в реальной жизни, мне кажется, что это большое счастье. Вы знаете, в моей жизни несколько таких встреч было с высочайшим искусством. Это приезд в Москву Леонарда Бернстайна с оркестром Нью-Йоркской филармонии, приезд в Тбилиси Бенни Гудмана, приезд в Советский Союз Эллингтона, исполнение хамольной мессы Баха в Большом зале Московской консерватории, приехавшим из Соединенных Штатов блестящим смешанным хором. Приезд в Тбилиси духового оркестра Мичиганского университета. Это приблизительно 80 молодых людей. В оперном театре дали концерт, и тогда, после первого отделения, я сказал рядом сидящему человеку, что все-таки, видимо, оркестровый строй зависит от государственного строя. И это быстро очень распространилось среди публики, и через два дня Андрея Мельтоновича Баланчивадзе вызвали в КГБ. И сказали ему, что вы нам обещали больше не произносить антисоветских высказываний. И вот опять он на это сказал, что я не был на этом концерте, я ничего не произносил. Но сказано это было замечательно, сказал Баланчивадзе.